Утром 9 мая 1988 года, как и когда-то, в День Победы 45-го, пришел к фонтану у Большого театра кинооператор Георгий Епифанов, боевой репортер из фронтовой киногруппы. Вот съемки Епифанова из тех далеких дней. Сюжет из «Союз киножурнала». Сотни таких выпусков вышло на экраны в годы войны. А заполняли тот дневник Великой Отечественной 257 советских кинорепортеров. Последняя военная страница кинохроники. Салют Победы. Вот спустя 43 года, только были мы моложе, только было нас побольше. Хорошо, когда в аптеке уступают очередь ветерану, чтобы тот взял лекарство против боли в сердце. Ведь это так нетрудно, ведь это так мало по сравнению с тем, что сделали они.